Карьера Дженсона Баттона в Формуле-1 является одной из самых необычных за всю историю королевы автоспорта. Неудачно начав свой путь в Вильямсе, став жертвой интересов руководителя команды в Рено, оказавшись в резко ставшей никому не нужной из-за финансового кризиса команде Honda, он буквально чудом получает шанс провести еще один сезон благодаря Россу Брауну, который покупает последний коллектив Дженса за $1, делая первый шаг. За $1? На пути к легендарной истории. Это тогда деньги такие были. В течение обстоятельств команда, в 2009 году? Сколько? Да, было то, ого-го. Не было. Нового сезона, получает возможность бороться за титул. И именно Баттон становится тем, кто по сути приводит ее к заветной цели, параллельно записывая и свое имя в историю, став чемпионом мира 2009 года. Скоро я выпущу ролик, где подробно расскажу о том, как это было. Поэтому, чтобы его не пропустить, не забывайте подписываться на канал. Такой результат многие называли случайностью. И чтобы доказать обратное, Дженсен решает не ослаблять хватку и переходит в Макларен. Коллектив, который принадлежал лишь одному человеку – Льюису Хэмилтону. И после сезона 2011, став вице-чемпионом и первым всего лишь Я думала, будут показывать, как машинки ездят Льюиса, по треку. Будучи его напарником, он расставил все точки над тем. История какого-то неизвестного мужика мне. Я уже все сбилась. Стала легендарная гонка в Канаде, о которой я вам сейчас и расскажу. Садитесь, поехали. Ладно, вот сейчас про гонку расскажут. Поехали. Ну, короче, вообще предысторию сложно воспринимать, когда ты не понимаешь, про кого говорят. О! Знаешь, как им нужно было делать? Как этот, канал про футболистов. Они как-то рассказывают, что даже если ты не знаешь про футбол, в общем, какие-то моменты понять можно, выцепить. Несмотря на аварию сложно, конечно. Чемпионов по ходу первой практики. Ой-ой-ой, нехорошо. Достался хорошо, это хорошо. В то время выступавшему еще за Red Bull. Рядом с ним расположился Фернандо Алонсо. За Red Bull? Который впервые из гонки в Сингапуре типа 2010 года. Энергетика. Выступал. Ряд. Макларены ограничились лишь плотной борьбой с Мерседесами. Мика, Дженсена и Михаэля разделили всего лишь 0,05 секунды. В день гонки участников ожидали прохладные и сырые условия, из-за чего судьи трасса, наверное, неприятная. Безопасности, а также обязать всех пилотов использовать дождевой комплект резины. А можно бы перенести гонку? Это как-то опасно, смотри. Дождевой комплект специальный. Так они же будут медленнее ехать. Ну что, так все будут ехать медленнее. Майландер сворачивает в боксы, и гонка наконец-то начинается. Пока Алонсо сзади, прикинь, так не видно ничего. Позади них Льюис Хэмилтон сталкивается с Марком Вебером. Все. Можно назвать отправной точкой сумасшедшей гонки Баттона. Ведь именно она стала причиной, по которой Дженсену пришлось столкнуться с первым из множества будущих испытаний канадского гран-при. После контакта Льюис откатывается на седьмое место. Не видно ни хрена. Заезд уже позади своего напарника. А у них даже дворников нету, они же в открытом во всем. Готовится к пит-стопу Хэмилтона, но вскоре становится ясно, что полученные повреждения на болиде британца являются незначительными. Льюис изо всех сил пытается вернуть потерянные позиции. Почему они все как-то стартуют не одновременно? Стартовой прямой снова допускает контакт, только на этот раз уже со стеной. Так, на этот раз уже половой. Все. Ой. Ну все, уже не поедешь. Да, он его как будто прям тащил специально. А он даже не может посмотреть. Suspension is broken. Бля, так там все развалилось уже. Условия на трассе начали потихоньку улучшаться, и Дженсен пытался оставаться внутри подсохшей траектории. Что-то ему вообще не везет. Ожидая, что Льюис попытается совершить маневр изнутри, а также не успев вовремя среагировать из-за плохой видимости, между напарниками происходит контакт, который в конечном счете приводит к сбою Хэмилтона и очередному появлению машины. Бля, трогают машину, блин, как машинка. В этот момент Баттон решает свою знаменитую чайку в ограниченных условиях и решает рискнуть, заезжая в боксы и переходя на промежуточную резину. Параллельно работе механиков, типа, инженеры дождевую. И даже бывший босс команды Рон Деннис пытаются быстро осмотреть болид на наличие повреждений после столкновения. Макларен оказался на удивление прочным. Судьи расценили аварию двух напарников как гоночный инцидент. Однако Дженсену все равно не удалось избежать наказания, так как он получил штраф в виде проезда по питлейну за превышение максимально допустимой скорости в режиме сейфтикара. Вернувшись на трассу уже после рестарта, Баттон занимал 15-ю строчку. Но его риск с переходом на промежуточные шины полностью оправдался.
в считанные мгновения. А остальные не могли поменять? 7 тоже. Позиций. И перемещается на 8 место. Не дождевыши, но это рисково. Другие пилоты с заядлым тоже. Опозданием тоже решают... И менять себе тоже шины. Резину, и спешно заезжает в боксы. Дождь вновь резко усиливается, вынуждая совершать лишний пит-стоп, возвращаясь к прежнему типу шин. Угу. А после и вовсе к появлению красных флагов и остановки гонки. О-о-о. После всех перипетий Джессон слишком занимал 11-ю позицию. Не, ну как под такое кататься? Давно переносить. Странно, после что, в принципе, проводить гонку в таких условиях. Механики и инженеры начали спешно готовиться к процедуре рестарта. Ведь никто даже и не подозревал, что остановка продлится целых 2 часа. Осознав, что дождь не собирается прекращаться, пилоты стали покидать машины. А задача механиков просто свелась к тому, чтобы болиды не превратились в своеобразные ванны, полные воды. Ну да, там же ничего не закрыто. Чем бы заняться? Кто-то кушал булочки с горячим чаем, кто-то пытался согреться булочки в местных объятиях. Кому и как настоящий самурай до последнего не желал покидать свой пост. Я не уйду отсюда. Итальянец успел придумать модную модель сапог. После двухчасового перерыва гонка снова возобновилась под машиной. А прикинь, как люди пришли, все стоят 2 часа больше ждать. Прогрева шин. Зрителям. Педро Делароса, заменявший попавшего в аварию за одну гонку до этого Серхио Переса, не смог справиться со своим заубером и уткнулся в нашего главного героя, сломав себе переднее антикрыло. Ай, бедный наш герой. Все в него все тыкаются, через слышишь? Через несколько кругов сейфтикар покидает трассу, и пилоты вновь начинают бороться за позиции. Достаточно быстро стало ясно, что... Что такое сефтикар? Получается, вначале какая-то безопасность, и машинка проезжает, а они потом за ней? Провести двойной пит-стоп, поставив Филиппе Массе и Фернандо Алонсо промежуточные шины. Бразилец шел впереди, однако разница между напарниками была небольшой. Фернандо Алонсо, мы с тобой уже слышали. Потерять время, ожидая своей очереди. Из-за этого он вернулся в гонку аккурат перед Дженсеном Баттоном. А спустя ай, снова коснулись! Да сколько можно его? Сука, бля! Снова контакт. Феррари застряла на поребрике и, как следствие, выбыла из заезда. Ого, да вы из Питера? На поребрике? Бля, я такой, ой, на трассе вновь появился Берт Майландер, а Дженсен с проколотым колесом и сломанным антикрылом уже в 5-й раз, всего лишь за 37 кругов, поехал в боксы. Постоянно его чинят и чинят, и чинят, и чинят. Последнее. 20. Ленга разбирается, как конструктор. Вот шик-шик, снова поставился. Начинается то, что можно по праву назвать одним из самых эпичных. Да ладно, мы такое ощущение, как будто за всю историю судьба чинила все препятствия. Максимально. Слышишь, он еще сам последний был. Как только сейфтикар покидает трассу, Баттон моментально идет в атаку. За один круг он оставляет позади обе HRT, Virgin'ы, а также расправляется с единственным оставшимся Лотусом. А спустя еще пару оказывается уже и впереди Делоросы, Адриана Сутиля, обеих Торо Росса и Пастора Мальдонадо, суммарно отыгрывая 10 позиций. Может, к тому моменту основная траектория окончательно пошла. Дженсен одним из первых заезжает в боксы за слитами. Но в отличие от Юрия, как стерлись, допускали ошибки, как только выезжали на мокрую поверхность, тоже мокро. Баттон продолжал прорезать пелетон. Его следующими жертвами стали Ник Хайфельд на Рено и Камуика Паяши на Заубере. В смысле, что он их просто обогнал? Это жертва? Или он там как-то их подбивал? Да, просто обогнал. Видишь, что асфальт-то мокрый. То есть ты можешь кому-то там в лицо брызгать. Запусти. Я пошел. Пошел Заубера. Джен занимал уже 4-ю позицию. Видишь как? Но чтобы отыграть отставание от лидирующей тройки, даже такого темпа было мало. А где тройка? И на помощь британцу приходит случай. Из-за очередного контакта на болиде Ника Хайфельда ломается переднее антикрыло и попадает прямо в днище машины. Сегодня что-то все ломаются. Делая его обычным пассажиром. К счастью, он находился в повороте, имевшем очень большую зону безопасности, и поэтому абсолютно все не пострадал. Однако на трассе осталось много обломков, что привело к очередному появлению машины безопасности. Видимо, после творившегося в гонке безумия, маршалы уже настолько устали, что не могли держаться на ногах. Иначе как еще можно объяснить вот это? Блядь, а ты что под машину? Кстати, машина ее-то скорости вылазит. А он, видимо, вылез собрать эти обломки. Вначале я рассказывал об аварии Феттеля в «Стене чемпионов». Ну-ну. Так вот там маршал тоже так сильно спешил на помощь, что в итоге эта самая помощь понадобилась уже ему. О, боже, Биби! В том году все действительно обошлось, Биби было на лицах лишь улыбки. Однако 2 года спустя, именно в Канаре, впервые с 2001 года произошла трагедия, которая унесла жизнь одного из маршалов.
Еще раз напомнив о том, что их работа является не только тяжелой, ответственной и требующей Ну да, им же нужно, получается, убирать весь мусор, я так понимаю, да? И трассу подготавливать. На последнем старте Дженсен идет вплотную за Марком Вебером. Австралиец, в свою очередь, пытается атаковать Шумахера, но допускает ошибку в последнем повороте и без какой-либо борьбы выпускает Баттона вперед. Так можно было? Зеленая зона была, видимо, можно. А, так он всрал, получается. Не наш. Наш едет, Дженсен. Кругом спустя Дженс оказывает давление уже и на Михаэля, который изо всех сил пытается завоевать первый подиум после своего возвращения. И, пользуясь слипстримом на стартовой прямой, британец выходит на второе место. До финиша остается 5 кругов, а до лидирующего Феттеля всего 3 секунды. Себ оказался самым сложным соперником из всех. В отличие от других, его преимущество таяло крайне нехотя. Последнему кругу разрыв между претендентами на победу составляет 9 десятых секунды. И в конце первого сектора Феттель не справляется с напряжением и допускает ошибку, заехав на мокрый асфальт. Да. Вот, видишь, ой, Феттель! И в итоге пропустил. Бля, Дженсена. Не радостный, что Феттель заехал. Да, так это же команда Дженсена. Феттель, сосай! Так это же команда Дженсена. Дженсен, молодец! А такой Феттель. Боже. Феттель. Все, что остается сделать, это просто завершить круг. С чем Дженсен прекрасно справляется, становясь победителем Гран-при Канады 2011 года. Ломался раз 5. На последнем месте что-то стартовал, крутился, пердел, слышишь? Покинь, сколько там людей грустит. Ну, конечно, так, проиграли. Вообще-то к любому виду спорта. После 4-часового гран-при, 3 столкновений, 6 остановок в боксах, штрафа в виде проезда по питлейну, еще и штраф был, Баттон, да. Вместе с Маклареном празднуют заслуженную победу, которую позже... Макларен — это машинка, на которой он катался. Это не друг его, Макларен. Я поняла, я поэтому уточнила. Amazing victory, my best victory of my career. You know, they're all very special, but this one extra special. Ну, конечно же, это выдирал прямо судьбы из рук. I enjoyed it so much fighting out there, and that's what I love doing. That's what we all love doing. You know, we're passionate about racing and fighting for position. And I suppose the cherry on the cake. О, они то, что говорят. В английском тоже есть та же самая фраза. Cherry on the cake. Вишенка на торте, как у нас. Прикольно. Точно такая же. 2011 и 2012 годов. После чего скорость британского болида уже не позволяла повторять подобные шедевры. Однако он остался верен своему коллективу до конца. И даже в сложные времена изо всех сил пытался вернуть ему былое величие. История Баттона является великолепным примером того, что в Формуле-1 возможно все. I think it just shows that you should never give up in this sport. Everything went wrong up until when I won the race. You know, it was a tough one. You know, crashing my teammate. You never want to do that. And then I crashed with Fernando as well. Именно так и было. Drive through, almost got lap, was last twice. And you don't think it's going your way, and then suddenly you see the lap times compared to the others. The team's giving you, you know, the positive vibes, and you come into the field. Как-то на связи постоянно он? Нет, наверное, да? Six corners to enjoy it, but there's always nerve-wracking six corners in my life because you know everything's gone wrong. Suddenly it's all gone right, and you don't want to throw it away. Ты заметила, что все эти гонщики такие худенькие? Они, наверное, сильно нервничают и потеют много. Или как? Или просто нужно машинку влезть, там определенной формы быть. Этой гонки в формуле. Ну, я думаю, это что-то не залезет. Ну, наверное. И, в принципе, ты будешь тяжелее весить, то есть тяжелее будет машина. А, ну, кстати, да. Ехать будешь сложнее. Появилось правило, которое ограничивало общую длительность гонки с учетом перерывов до 4 часов. Хотелось бы сказать огромное спасибо Эдгару и Василию за финансовую поддержку проекта. Напоминаю, что если вы хотите поддержать проект копеечкой, то можете это сделать, перейдя по ссылке в описании или нажав на кнопку «Спонсировать». Ну а на сегодня на этом все. Удачи! Скоро будем как про футбол все знать. Но. Про гонки.